На афганских, на туманах, на заснеженных горах. Всюду бегают душманы и в проезжих сеют страх. Быстро делают из них у покойников. Ведь не зря душманы значатся разбойники. Страшно, а жут. И в страну эту забитую слеталось воронье, так как есть там лазурит и уран и мумиё. И богатство все эти совсем загробастать решил дядя Сэм. Страшно, а жут. Ну, революция в апреле и анархии конец. Разобрались, получилось, что чилийский образец. А в итоге у власти один, как вампир кровожадный амин. Страшно, а жить. И пошла неразбериха, где здесь друг, а где здесь враг. Половина за амина у оставшихся во враг. Перессорились все, передрались и страною чуть не прокидались. Страшно, а жуть. Янки тут же объявили, что для них Афганистан — это зона интереса, вы сослались на Коран. Тут вообще началось ужасное, для соседей афганских опасное. Страшно, а жуть. Тут сосед афганский с севера решил не облажать. А к тому же американцев нужно было наказать. Лишь декабрь только снегом подул, шурави приземлились в Кабул. Страшно, а жуть. С пылу жару захватили и амина, и дворец. Пока янки разобрались, где начало, где конец. Через реку по горной дали по Афгану идут шурави. Страшно, а жуть. В их числе вошла бригада Щерчака и Нагардес, но признать ее душманы отказались наотрез. Вот и долбим 9 лет по горам, а не нас, а мы их тут и там. Причем страшно, а жуть. Страшно, а жуть.